Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Metroid 2033 Redux, продолжаем проходить эту игру. И, ребята, я извиняюсь, но эту миссию я буду проходить без наушников. Я не люблю эту миссию библиотекарей. Ну, не скажу, что просто страшные или там что-то будет страшное, но как-то... Я не люблю эту миссию, ребята, никто не любит. Я думаю, все, кто проходил эту миссию, никто ее не любит. Потому что это... Ну это... Я не люблю ее. Просто-напросто не люблю. Библиотекарь это... Он не атакует. И ты его не атакуешь. Он просто нереально появляется. Вот он показывается. Он просто нереально так появляется и смотрит. Это очень как-то... Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Ну да. Он вроде... Он не на... О, вот он. Вот он. Он не нападает, ты его тоже не атакуешь. Но это как-то так, когда он так выпрыгивает и смотрит на тебя, это просто... Ух, не люблю я очень это. Ведь он там стоит, мы сейчас мимо него будем проходить, и в принципе он нас даже не тронет, если мы ему будем в глаза смотреть. Но потом, дальше в библиотеке, им это похрен. Они просто там стоят, выпрыгивают. Ты смотришь в глаза и потихоньку идешь назад, смотря им в глаза, они на тебя и так бегут и атакуют. Ты вылазишь с другой стороны, они там появляются. Ты там вылазишь, они там появляются. И это просто нереально. И убежать от них, и просто нереально вообще скрыться. Только просто-напросто бежать к концу миссии и все. Вот он. Вот эта часть, куда нам идти. И эта часть просто... Вот он уже убежал, ну как убежал. Эта часть просто нереальна. Тут куча дверей, куча выходов, куча замков, куча всяких скважин. Ну как скважин, всяких вот этих дырок, куда можно залезть, откуда можно вылезти. И в том числе библиотекарь тоже может оттуда вылезать и туда залезать. Поэтому я не люблю это. Он может просто сейчас выпрыгнуть вот так на нас, да и все. И нам нужно будет на него смотреть. Я и так боюсь проходить, потому что он, в принципе, сейчас может в любое время на нас выпрыгнуть. И я помню, что он будет выпрыгивать, я так помню. Поэтому, ребята, я не знаю, я боюсь проходить эту миссию. Не то, что боюсь, что... Не так страшно, как просто... Я помню, был какой-то подъем наверх. То есть разломанная стена, по которой... Вот. И мало того, что ты его убить не можешь. Так как он просто нереально живучий, то есть... Да... Твою мать! И чё это было? Мы же не то, что в глаза не смотрели, мы же ему вообще никуда не смотрели. Он просто на нас выскочил. Уже видите? То есть пофиг, что тот говорил, что они тебя не тронут до того, до тех пор, пока ты... Пока ты сам в них не начнешь стрелять, ну, не стрелять. Не начнешь убегать вроде, да? А мы просто себе шли, он уже на нас напал и чуть... Это они еще вот просто так прыгают туда-сюда, возле нас. А вот сейчас на этом... Да, это тот этаж, на котором они начнут появляться. Ух ты, вот этот этаж я вообще не люблю. Потому что тут просто нереально, тут нужно какие-то... Я помню, я эту миссию нереально, ну как нереально долго проходил. Тут просто вот эти дырки в стенах, нужно туда пролазить, там искать путь, оттуда вылазить, туда залазить, залазить, как я сказал. Потом по кругу нужно будет ходить туда-сюда, я помню эту миссию нереально. Ну как нереально. Долго я ее проходил, только потому что я никак не мог понять, как ее пройти.
Я ходил долго по кругу туда-сюда. И чё за хрень? Да и... Да я же даже... Стой, я на тебя смотрю, иди в жопу. Ты так и на меня будешь смотреть? Ну и чё за хрень? Ребят, я извиняюсь, что я кричу, но это капут. Вот эта дырка, куда я забегал, всегда прятался от этих хреней. И сейчас мы сюда, ребята, еще я не знаю, сколько раз мы сюда будем забегать. Только потому что... Мы будем по кругу ходить, искать выход, вход. И когда они нас будут опять атаковать, мы опять будем туда... Туда забегать, вот как сейчас. Хотя они и так тут войти могут. Я не знаю, как я вообще прошел это прошлый раз. Если они и так на нас могут напасть. Вот, ну чё это за хрень? Им вообще похеру. Я не помню, как я отсюда убежал. Как я отсюда убежал? Вот походу сюда, да, я прыгал. Не помню, ребята, и честно, я эту миссию проходил только так, чтобы пройти уже наконец-то. Как я не люблю их, ух ты ж. Но я помню вот этот спуск, но я не помню после него, куда я шел. После него я не помню, куда идти. Я помню этот спуск, что он там был, но я не помню, куда нам идти. И вот эта хрень тут, в принципе, и не работает. Как бы нам показано, да, куда-то вот туда. Мы идем сюда, и оно поворачивается. То есть нам нужно наверх, я так понял, или... Я не помню, ребята, честное слово. Я говорю, я эту миссию проходил только, чтобы пройти. В том смысле, что миссия-то не очень хорошая. Ну, нам показывает вот туда. Я не помню, как туда залезть. Вроде нам сюда нужно, да? Ну иди ты в жопень, библиотекарь. Вот нам сюда, походу. Нет, не сюда. Вот ты охрененный. И все, и мы отсюда не выйдем никак. Ух, вот так я проходил. Эту миссию, это просто нереально. Не скажу, что тупая миссия, но она... И чё, ты там типа пролезть, да, не можешь вообще никак? Понятно. Я не помню, куда нам идти. Нам показывает туда. Сюда мы не можем пройти. По идее, или нам нужно обойти, или нам нужно спуститься и сюда пройти. Сюда пройти мы не можем. Остается вариант обойти через вот тех всех. Но только что мы обошли, я там не нашел ни одного входа, ни одного выхода. Ага. И вот тут они сейчас начнут выпрыгивать. Вот так нужно было пройти. Но дальше я не помню. Да я, в принципе, и только что не помнил. Я сделал, что было необходимо. Туда мы не можем. Туда... Я вообще правильно иду? Нет.
И как мы туда же нафиг заберемся? И нет, у меня другой вопрос. Вопрос. Нахрена вообще мы сюда спускались, если тут даже нету никакого выхода, никакого входа. Просто еще одна комната, через которую никуда нельзя пройти, никуда нельзя выйти. Я помню, или я не точно. Ну что-то нам с лифтом будет связано, то есть нам нужно будет в какой-то лифт зайти. Или я уже не помню, или было такое. Вот просто нахрена тогда вот эта комната? Нахрена она? Там же двери были. Я думал, через них нельзя пройти? Нельзя. Потом я выбил двери, выбил. Прошел через них? Прошел. Зашел в другую комнату? Да. Что там было? Нихрена. Вот да тут мы уже были. Я говорю, ребята, это такая миссия, по которой ты кругами ходишь и хрен что-то находишь. Тут мы были. Тут вот это. Сейчас не помню, честно. Вот. Да иди ты в жопу. Ай-яй-яй, вот куда нам нужно. И сейчас вот тут начнут выпрыгивать, нам нужно в этот лифт. Вот он, беги, блин, зараза. Беги. Ну да, уже, ты бы уже кнопку. Во, наконец. Давай, нажимай уже кнопку и вали отсюда. Мы же в лифте. В лифте, да? Во, наконец. Вот мы и спустились. Ну вот только тут они вроде тоже будут, если я помню. Они тут вроде тоже. Мы что, так зашли и... Ху! Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомые... Ладно. Ух, я не знаю. Я вот тут я уже не помню, но я... Ага, вот они еще там. Значит нет. Их там вообще двое. Это место, ребята. Тут два варианта. Или просто-напросто вот так между ними проходить, чтобы они тебя не заметили. Или просто-напросто бежать напролом, да и все. Забежать во всякие двери и вот это все. Потому что место это, конечно, не очень. Вот дальше я не помню. Ух ты, чуть не свалились. О, там есть... А чё там можно было открыть? Я что-то... А, во, не открыть, а... Это нужно было прыгнуть или я случайно... Не туда что-то нажал. Ну, по идее, нам и так сюда нужно, да? Не хочу! Опять вы! Нам, походу, наверх. Или нет? Вот это я не помню. Фух. Вот, нам на эту лестницу. Вот это я помню, что нам на эту лестницу нужно.
Валим, валим, валим. Вот лестница. Вот, 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 вот. И что дальше? Нет, я ошибся. Нам не на эту лестницу. А, вот, нам сюда. Ху. Вот, да ты вообще охреневший, чувак. А если бы я с наушниками... Ну ладно, ладно, все. Я не знаю, это уже походу сейчас конец будет или нет. Вот это место я не помню, куда сейчас нужно. Если некоторые места я помню, что типа вот нам туда нужно, да, то некоторые... А чё ты... Я говорю, тут несколько вариантов. Или нахрен бежать вперед, чтобы тебя не догнали, да? Или просто по стелсу. А вот сейчас не помню. Я вообще правильно иду, нет? По идее, да. Он там спит. Вот сейчас я не знаю, правильно ли я иду. Во, это то место, где мы найдем вот эту хрень. Где-то вот тут. Завис, ну зависай там. Главное, чтобы ты не... Он и так нахрен нападет, ему похрен. Мы же на тебя смотрим, тебе в глаза. Все, горилла, иди нафиг. О, ни хрена себе ушел. А нам не сюда, нам не в эту комнату. А в какую? Ну ты ж... Ух, как бы тебе... Вот, вот в эту. Заходи, заходи, заходи. И двери за собой. Во. Ты вообще... Это вот это. Ох, наконец-то. Хотя бы мы сюда добрались уже. Нам еще возвращаться нужно. Ну там вроде путь какой-то короче будет. Но нам и так вроде через эту хрень нужно будет перебираться. Вот. А, он сам бежит. А, точно, он же потом сам бежал. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращается. Смогу ли я выбраться с библиотеки живым без его помощи? До этого от этого зависела судьба моей станции. Хотя нам и так сейчас нужно будет возвращаться вот через эту какую-то... Это опять же библиотека, куда ты бежал? А, нет, вот уже. Хотя сейчас и так один библиотекарь вроде вылезет наружу, или мне кажется, или... Или мне кажется. Вот. А, ну все. Куда едем, Кена Туалет? Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался.
Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артем, помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Прошли библиотеку. Сейчас нам нужно будет вроде в какие-то подземные бункера спускаться, чтобы там куча монстров будет, чтобы разыскать командный пункт D6, с которого начнется следующая игра метро. Командный пункт, где их база была и все вот такое. А потом уже вроде финал, если я точно помню. Тюнинг. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. О, бесплатная это тут вся. Тюнинг. Только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Замена. О, а тут не обмен, а тут замена. Ни хрена себе. Во, вот тут вот эти пушки. Это револьверный дробовик, нет. Рельс... Это я не знаю, я выбирал вот это, вот этот калаш новый. Рельсовый ускоритель разгоняет снаряды до огромной скорости. Но требует времени на зарядку конденсатора. Этот карточный крупнокалиберный пулемет смертельно опасен на ближней дистанции, но тратит много патронов, использование глушителя с ним невозможно. Если тратить много патронов, то... Вот это другое дело. И тюнинг уже даже бесплатный, ребята, так как можно сказать, это уже почти что финал. Глушитель, я не знаю, стоит ли на него ставить глушитель. Замена. Этот револьверный дробовик, собранный с обычного велосипеда и отрезков проводной трубы при помощи молотка и чё? С помощью молотка и такой-то матери неожиданно эффективен в ближнем бою. Хрен его знает. А чё, я уже даже назад заменить не могу? Ладно. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью. Ладно, сейчас нам куда? Я вроде помню, да, на второй этаж. Привет, Артём! Ага. Вот ты. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Да. Пошли. Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот. Дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Ну, пошли в D6. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Ну привет, привет. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора.
Прощай. Ну пошли. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту миссию. Нам осталось вроде пару миссий еще. Ставьте лайки, если вам нравится прохождение, если вы хотите, чтобы мы продолжали играть в Metro 2033. Всем спасибо за просмотр. Нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.